Давайте винегрет попробуем. Хочу попробовать. Я всегда так делаю. Я для себя любимый. Меня смотрит жирный, толстый, семимесячный. Ребят, пока морковка варилась, картошка, я ревела. Включила Болливуд. Я люблю смотреть индийские фильмы. Девки, наберите. Я ревела, я не могу. Вот туда. Короче, я кратно расскажу. Называется кино «Мать». У этой матери три девочки и один сын. И ей матери плохо осталось, стало их. Они, сын куда-то уехал, две дочки не хотят с ней. И вот эта дочка одна. И у них дочка еще, вот она, внучка. Короче, они у нее, мужик спроворал. Потом понял, и вот эта дочка ихняя, она где-то в институте учится и говорит, она надоела, бабка там все ей, прекращай, это бабушка. А она работала учительницей, что ли, опоздала из-за матери. А у нее болезнь, знаете, какое? Ну, после 60 там памяти нету. И, короче, эта жена его опоздала в школу, и директор ей сказал, она позвонила, пошла к одной сестре, отказала, второй сестре отказала. И, короче, этот муж ее понял, поехал к брату и говорит, девки, я доревелась, не могу, девки, такие фильмы. Три девочки, одна, один. И он ему говорит, этот вот, это и муж, у тебя собирается дочка родиться, он, да, запомни, мать есть у тебя, также у тебя и дочка, ну, как типа бумерангом. И он поднялся и шел, он так смотрел, и сейчас это, и внучка там залупалась. И, короче, один день просыпается, матери нету, а мать, ну, памяти, как там эта болезнь называется. Она стала звонить, 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 а это директор, вот он, наверное, увольняет ее. И дождь, ливень, и она, и внучка, все. А эти не пришли, чучундры. Блядь, не соленые. Муж, дочка, ну, внучка бегали, искали. Они им позвонили, они даже никто не пришел. Бегали, искали. И нашли на лавочке, сидит и ливень. Они ее привели и врача вызвали обратно этого же. Что-то у нее там какая-то. Вот она лежит. А зять идет, зять. Сейчас что-то будет говорить ему. Зять, зять, у кого-то в доме мать ее. У них. Он, наверное, задушит. Или что? Девки, кино называется «Мать». А, это он ее голову лечит. Зять, вот у кого она в доме, у своей жены. Что-то он ей, она ему говорит. Ну, выключила звук. Девки, я ревела. А эти так и не пришли. Они ее нашли. А внучка в институте там на улице сидела и стала говорить, как это надоело, бабка, это. И там стали говорить, как так можно, это бабушка твоя, вот у меня, у девки. Что-то она ему говорит, наверное, умрет. Девки, мать называется Болливуд. Ну, можно и в интернете найти. Что-то она ему говорит, зятю, у кого в доме она. Одна дочка не бросила ее. А внучка глаза теперь опускает, когда нашли ее. Умерла, что ли? Боже упаси. Вот дети.
он прямо говорит, умерла вроде, да. Брату и мужу, ой, жены брату. Говорят, у тебя второй ребенок будет, девочка. Он говорит, да. Ну, у тебя мать. Ну, типа так он сказал, ну, ответка будет. Что у тебя дочка? Я люблю индийский смотреть Болливуд. А, нет, живая. Девка теперь с ней спит. Чтобы она не убежала. И внучка приходит, девки. Вот. Внучка плачет. Вчера там выкобеливалась, что мне бабка надоела. А теперь плачет вон. Легла с ними. Втроем спят. Мать проснулась, улыбается. Вот так. Ой, девки, вкуснятина. Угу. Что-то на ухо проснулась. Я, ну как, девки, болезнь называется. Врач сказал, после 60 это. Он говорит, она может пойти в туалет и забыть, и твоя комната. Вот так, девки. Всю жизнь бывает. Ой, девки, какой винегрет. Там у меня свекла, морковка. Все, девки. Она пошла волосы завязывать, то упала. В больницу везут. Они ту женщину, мать ихняя. Ну, тещу. А картошка, свекла, морковка, фасоль, горошек, ну, маленькую баночку. И капусты домашние, все. А, масло вонючее. О, прибежали, гляньте. Сестра прибежала, сын прибежал в больницу. Вот так, девочки. Кино называется «Мать». Индийская. Ой, другая сестра прибежала. Сейчас закончится хорошо. Мусор надо вынести. Три татушки, три тата. Тара-та-та. Сало, наверное, завтра привезут, Надежда сказала. Я не знаю, сколько она стоит, забыла. Кубаночка. Ладно, девки, давайте все, не хочу, чтобы я потом доем. Хочу кино досмотреть, чем дело закончилось. Что-то все ревут они. А, это муж выговаривает сестре. Ладно, давайте потом дорасскажу.